И Нобелевская премия по литературе вручается Сэмюэлу Бекету. Это катастрофа. Мистер Джойс, я Сэмюэл Бекет. Я восхищаюсь вашим творчеством. Не советую. Что? Писать. Есть у меня одна задумка. Пусть так и останется. Задумкой. Чье прощение тебе нужнее всего, Сюзанны? Все свои шрамы ты можешь назвать в ее честь. И все свои радости тоже. Гестапо, уходите. Самое важное не что мы пишем, а как мы пишем. Нужно не бояться рисковать, Бекет. Даже в этом аду. Свобода или смерть. Он изменил современную литературу. Это твоя лучшая вещь. Ты же сам говорил, сперва танцевать, а потом думать. Не передумал? Гении. В кинотеатрах со 2 мая.